Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним третье задание на странице 19. Рассмотрим данный рисунок и определим, кто отправляется налево, а кто отправляется направо. Итак, давайте посмотрим на верхний рисунок. На нем мы видим, что и волк, и заяц отправляются налево. Посмотрим на второй рисунок. И лиса, и медведь отправляются направо. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.